Привязано. Вот, держи его так вот. Всем привет. Гудаури, парапланы. Компания SkyAtlantida. Потихоньку готовимся. Так. Смотрим на то, как надо. Где у нас лучше диффузор. Я расскажу, просто вперед побежим. Она нормальная, она бегает нормально. Мадлуба. Надеюсь. Ждем, сейчас ребята пролетят мимо нас. Потянули вперед. Мало. Куда бежать? Куда бежать? Не садись, садись, садись. О боже! О боже! Офигенная! Удобно? Да. Немножко комфорта. Лучше? Да. Я понимаю, как это может стать делом жизни. Говорит. Хорошо. Пока я просто пытаюсь понять, что происходит. Что это вообще, да? Да. За дичь летит. Да, да, да. Обычная ситуация здесь. Вообще первый раз вижу. До этого сюда никто не ездил. Почему бы и нет? Когда нет двигателя, приходится использовать. Да, да, да. Когда нет двигателя и махать не хочется вообще, напрягаться. Нафиг оно типа надо. Пускай термодинамика сама все делает. Собакой гуляет. Вообще идеально. Он еще с собакой гуляет, всадник. А, ну а что? Гулять так гулять называется. Тема. Ой.
вообще особенно не обращаю на нее внимания, просто смотрю вокруг. Ну, в какой-то момент она может просто перестать ощущать его, если не будет обращать. Да, правда, есть такое. Оно же тоже как-то адреналин, из-за этого кажется, что надо ухватиться, держать. Вот. Вот прям как птичка. Да. От меня что-нибудь потребуется? Ну, только ноги вверх поднять, надо сказать. Поднять и крючок. Ага. Это еще не скоро, еще поднимаем. Я поэтому и спрашиваю. Да. Понял. Да, ну, вроде пока нормально. Мы немножко полетаем, но в целом я понял. Это бывает, это не первое случается. На полный полет. Ну да. Раньше закончим. Вот, да, потому что... Что да, что-то стало укачивать. Погода.
точно все хорошо. Да? У Димы точно все хорошо, да. То есть да, он... нормально у него все с вестибуляркой. В принципе, тут плохо не бывает. Камеру выключим пока? Да.